Вы знаете, друзья, многие из вас до сих пор и не знают, что я с некоторых пор уже более чем месяц являюсь тренером и наставником очень классного проекта, который называется «Просушка». Что же это за проект такой? Я тренирую сразу несколько тысяч человек по интернету. Организаторы «Просушки» предоставили мне мощную техническую платформу, которая позволяет дать всем участникам неплохую стартовую программу и диету. Конечно, они не будут идеальными, но уже за месяц можно получить заметный результат. И моя роль в этом проекте – это мотивировать всех участников, а также я отвечаю на вопросы в чате, есть чат поддержки. Снимаю информативные видео именно для участников «Просушки». Рассказываю, что как делать, что делать, если вес перестал уходить, что делать, если ты плохо себя чувствуешь. Что делать, если какие-то побочные эффекты, например, у девушек там бывают задержки с месячными циклами. Множество всевозможных проблем возникает, тоже чувство голода, когда человек в течение месяца пытается похудеть. Может ли участие в такой просушке заменить какие-то эффективные методы, такие как занятия с тренером в зале персонально или индивидуальные тренировки по интернету с тренером? Нет. Но есть два важных плюса у просушки. Во-первых, доступная более цена, чем занятия с тренером индивидуально. А во-вторых, вы можете выиграть призы. То есть за 2-3 тысячи, поучаствовав в месячном проекте, вы получаете поддержку наставников, психолога, диетолога, тренера, мотивацию, получаете конкуренцию с другими участниками, поддержку от других участников, массу новых знакомств. Еще много плюсов, о которых просто не успею сейчас рассказать, но самое главное, можно выиграть машину, автомобиль Mazda. Уже 3 человека выиграли в первом сезоне, 3 Mazda были подарены. А также множество денежных призов, 100, 200, 300 тысяч рублей. И в суперфинале квартира в Москве. Согласитесь, это дополнительная мотивация, почему многие люди не могут просушиться, подкачаться. Из-за того, что мотивации не хватает. Что же еще я могу рассказать о просушке? Ведь кому-то ж худеть-то не надо. Дело в том, что есть разные программы. Я предложил такие методики для участников, как похудение и работа на рельеф. Но вы также можете выбрать и программу «Набор сухой мышечной массы». То есть вы не будете так сильно стремительно худеть. Может быть, 1-2 килограмма уйдет. В основном будет идти работа над увеличением рельефа. Это подойдет тем, кто не хочет сильно уменьшаться в весе или в объемах. Может быть, кто-то хочет, наоборот, поднабрать, но без жира, не увеличивая жировую прослойку. Вам тоже подойдет просушка. Можно ли совмещать индивидуальные занятия со мной или с другим тренером и просушку? Пожалуйста, ради бога, это будет двойной эффект. Вы мотивируетесь там, вы мотивируетесь здесь, вы получаете индивидуальную программу и с ее помощью пытаетесь соревноваться. Все равно я не выбираю победителей. Я тренер и наставник проекта, а одно из самых больших преимуществ просушки, что победители выбирают сами участники. Таким образом, нет судей, некого подкупить. Все честно и прозрачно. И исходя из того, что я рассказал, я думаю, что нужно участвовать. Участвуйте, друзья мои, сушитесь, сжигайте жир и получайте призы. А самый главный приз, который вы получите, это результат всего за один месяц. Посмотрите, какие результаты получили девочки, которые занимались по моим программам и составленным мной диетам всего лишь за месяц. Огромный результат. Видимо, желание что-то выиграть и обойти конкурентов дополнительно помогало выполнять программу и диету, которую назначил тренер. И ужиматься, если оказывается, что диета слишком калорийная, никто не мешает немножко уменьшить порции. Вот так вот, ребята, немножко рассказал вам про этот проект. Если интересно, в описании к этому видео есть ссылка. Кликните, перейдете на сайт «Просушки» и можете почитать и даже поучаствовать. Пока, друзья, надеюсь, вам было интересно это видео. До скорых встреч, ставьте лайки, оставляйте комментарии. На самые адекватные буду с удовольствием отвечать вам. И глубже смотрим, спина ровно, медленнее. Растягиваем бицепс бедра. Делаем, чувствуем, как бицепс бедра работает классно. Ребята, приходите к нам, занимайтесь вместе с нами. Это просушка, это бицепс, трицепс, широчайший плоский живот и, конечно, накачанная попа. Каждое воскресенье в 18:00 открытая тренировка. Приходите к нам.
Тебе нужен тренер с огромным размером стажа. Ну да. И тебе он подробно расскажет, как тебе поднимать штанги и гантели. Оу. Из дрыща превратиться в модели. Ты отлично знаешь эту злую весть. Злую весть. Ты отлично знаешь, что? Что надо сбросить вес. А для этого нам надо записаться в зал. Ты же знаешь это, знаешь все, что я сказал. Тебе нужен тренер. Тебе нужен точно тренер нужен. Только он может дать отпор только твоей линии. Перед зеркалом ты плачешь все время. Плачешь. Тебе нужен тренер. Тебе нужен тренер. Тебе нужен тренер. Тебе нужен тренер. Только он может дать отпор твоей линии.